Всем доброе утро, мои дорогие. Добро пожаловать ко мне домой. Я всем вам очень рада. Меня зовут Ирина, я рассказываю о цветах в интерьере. Утро действительно доброе. Разбудил меня аромат. Аромат, наконец-то, тадам, зигапиталума. Честно говоря, я не очень его жаловала. Потому что вид у него всегда, прости господи, непрезентабельный. И цветет он редко, и непродолжительно цветет по сравнению с фаленопсисами, да? Но уж больно вид у него экзотический. А я, знаете, вот экзотику люблю. Ну и если вы успеете поймать запах с утра, растут у меня цветы в основном в моей спальне. Я, конечно, успела насладиться. Кому-то кофе приносит с утра в постель, а у меня заароматил вот этот вот экзот. Честно говоря, я его прячу. Он у меня вот так вот на выставке бывает редко, только тогда, когда зацветет. Потому что растет он лесенкой, растет он, прям скажем, некрасиво. Все растут они у меня, фаленопсисы и вот зигапиталум, и есть еще одна камбрия. Потому что я только-только начинаю увлекаться орхидейками. В основном у меня ароидные. Вот, вот видите, вот мои ароидные. Ну, о них в следующий раз. У меня тут пертурбация. Мы, наконец, начинаем переселять суккуленты во двор. Солнце способствует. А сегодня вот так. Вот такая вам красота. Палочки не подставляю. Может быть, и зря. Но я люблю, когда все натурально. Ну, не скажу, как в лесу, но хотя бы как в оранжерее. Что вы думаете по поводу того, чтобы подвесить их, его зигапиталум, в подвесную кашпо куда-нибудь под потолок? Как вам эта идея? Ну, отцветет и снова, как говорится, на антресоли пойдет. Спрячу. Ну, конечно, кормить будем, поливать будем, освещение дадим. Но с выставочного стола уже уйдем. Вот такое сегодня коротенькое, как говорится, включение из моей спальни. Начинаем размножение, пересадку ароидных, всех суккулентов. Нарезала, настрогала. В ближайшем будущем вам покажу, расскажу. Начинаем носить стеллажи во двор. Обнимаю вас, дорогие мои цветоводы. Некоторых целую. Пока-пока.